Очередной квартирный вопрос решали судебные приставы Сыктывкара. Служителям Фемиды пришлось силовым путем заселять женщину в квартиру. На эту жилплощадь ее категорически не хотела впускать тетя. По ее мнению, племянница унаследовала квадратные метры незаконно и распоряжаться ими не должна. Правда, сама пенсионерка, хоть и не имела права собственности, сдавала эту недвижимость молодой семье. В очередной родственной тяжбе разбирался Антон Булаев. Дверь приставом в квартиру открыла девушка. Она заявила, здесь живет уже несколько месяцев с мужем и малолетним ребенком. Это жилье семья нашла через риэлторское агентство. А кто хозяйка-то? Хозяйка взрослая женщина. Ну, лет под 60 уже, можно сказать. Мама, да? Да. Мама. А на каком основании она вам сдала квартиру? Если собственник вообще не она. Собственник не я и ее сын, которого мы найти не можем уже год. Испуганная девушка начала спешно набирать номер пожилой женщины, которая сдала ей жилье. Через несколько минут пенсионерка появилась на пороге квартиры. Здравствуйте. Что тут происходит? Здравствуйте. 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 Что здесь происходит? Судебные приставы, исполнители, пожалуйста. Так, меня известили? А при чем тут что вы? Что имеется судебное? При чем тут вы? Как при чем? У меня исполнительный лист в отношении вашего сына. Да? Да. А где он? Не знаю. Вы его известили? Мы извещали. Как выяснилось, пенсионерка лукавила. Приставы не раз извещали и даже получали от нее письменный ответ. Тем не менее, пожилая женщина стояла на своем. Заявила, дескать, племянница аферистка, и в отношении нее уже возбуждено уголовное дело. Я дочь моего отца, кому дали квартиру. Вот эти уроды составили завещание без моих родителей. Хорошо. Вы обжаловали это все? Я обжаловала, но сейчас в Следственном комитете попросила возбудить уголовное дело. Подождите, вот таких. Подождите. Правда, подтвердить свои слова женщина так и не смогла. Кроме того, документов на право владения недвижимостью у нее не оказалось. Несмотря на это, пенсионерка не стеснялась в выражениях и требовала от всех покинуть якобы ее жилье. Вот человек, собственник. Никакой я не собственник, это уголовник. Ну покажите документы. Сделаю документы, и будет документ. Вот на сегодняшний момент. На сегодняшний дело в Следственном комитете ведется. Ну хорошо, если вы собственник, если вы считаете, что вы правы, покажите хоть один документ. Кто вы такие? Я судебный пристав. Без собственника, кто вы такие вот распоряжаться? Вот собственник. Это не собственник. Я не распоряжаюсь. Это не собственник. У меня судебное решение на руках. А у меня уголовное дело. Где? Скандальная дама перешла к оскорблениям неугодной родственницы. Тут ручонки распустили на имущество инвалидов. Два инвалида грабят. Уроды. Бесстыжие уроды. Квартиру будете покидать, нет? Или милицию будем вызывать? Что? Квартиру покинете добровольно или милицию вызывать? Ничего подобного. Прибывшие полицейские выяснили, в квартире женщина была только прописана. На входные двери спорного жилья по распоряжению собственницы рабочие врезали новые замки. Дубликат ключей пенсионерке не вручили. Как стало известно, квартиранты съехали с проблемной двушки уже на следующий день. Сейчас собственница квадратных метров собирается вновь обратиться в суд. Потребовать, чтобы неугодную родственницу, которая, по ее мнению, незаконно захватила чужое имущество, принудительно сняли с регистрационного учета.